Орловская область намерена взаимодействовать с международной агротехнической компанией «Сацур Лимитед». Меморандум о сотрудничестве подписали в администрации региона. Впервые о бизнес-партнерстве заговорили в начале сентября на Восточном экономическом форуме. Компания «Сацур Лимитед» специализируется на разработке информационных технологий в сельском хозяйстве, прогнозировании производственных данных и стихийных бедствий. Безусловно, мы видим потенциал в развитии наших отношений в части сельского хозяйства. Сегодня Орловская область является лидером и в Центральном федеральном округе, и по многим показателям в Российской Федерации, по объемам произведенной продукции и по тем технологиям, которые применяются при производстве сельскохозяйственной продукции.